Всем привет, дорогие друзья, с вами Инди, и сегодня мы играем в интересную, но совсем сырую инди-игру под названием Stupid Raft Battle Simulator. Это игра от создателей Total Occulty Battle Simulator, но здесь у нас бои происходят в море. Давайте создадим, так, это у нас хост, не то, офлайн режим, и я вам расскажу о ней немного. Игрушка находится на стадии вообще альфа-разработки, то есть ее, по-моему, даже в Steam нету. Не знаю, где даже нарыл. Ну, откопал в интернете. В общем, у нас есть. Что у нас в этой игре есть? А именно, у нас это команда противника, пираты, красные. Ну, как видите, их много. И сейчас мы будем свою армию. Кто играл в Total Occulty Battle Simulator, тот поймет. То есть, там тоже вражеская команда и наша команда. Только здесь только одна миссия всего лишь, и больше ничего нету. То есть, это все, это вся игра. Больше тут ничего нет. Ну, еще есть онлайн-режим, но он тоже пока еще не работает, потому что это только альфа. Что у нас есть? У нас есть плотик, есть лодочка, и есть плотик с рыбкой, я бы так сказал. Смотрите, мы можем поставить плотик, лодочку, рыбку, что угодно. Пока мы расставляем только основную армию, так сказать. Лодки нам пока не нужны, хотя можно там несколько так, чтобы в обход пошли. Основную армию мы на плотах здесь оставим. У нас сейчас может только 11 войск поставить. Так, видео будет коротким, потому что тут контента-то нету в этой игре. Так что, и она меня подлагивает из-за того, что, ну, вообще сырая игра. Кстати, графика здесь как в игре Gang Beats. Кто помнит ее, мы играли в нее с Хуксом. Такая прикольная игрушка, но графика тут такая же, то есть персонажи как из Gang Beats, или по крайней мере сильно на них похожи, сейчас вот покажу. Вот, как видите, персонажи все, они очень похожи на персонажей Gang Beats, только в стиле пиратов. Так, давайте еще тут плотиков, и все, да, получается? Да. Вот, теперь самое интересное, теперь мы ставим войска. У нас есть пикинеры. Лучники, пушкари, я не знаю, нет, ну как, я не знаю, как сказать, не мушкетеры, ну в общем, типы с пистолетами, пушка и весла. Что весла делают, я не знаю, но вроде бы как это ближний бой, то есть они веслами бьют через плот, ну глупо. Самое нормальное, мне кажется, пушки, хотя я думаю, мы сейчас ступанемся. Главное не ткнуть мимо лодки, иначе она заспаунится прям в море. Что-то игра настолько сырая, что здесь даже отменить ничего нельзя. То есть, ну, сырая очень просто. Даже не знаю, как назвать. Потому что совсем недавно вышло. Давайте несколько вот таких. Пушек еще здесь. Ой, вот видите? Я ее неправильно поставил, она чуть не упала. Давайте лучников. И пушкаря. Точнее, с пистолетом, типа. Все, и начинается бой. Потому что у нас кончился лимит. Такой бои таким красивые. Очень, ну, наши уже лупят. Такой бой интересный. Правда, я не знаю, зачем столько лодок, если я на них никого не ставил, ну ладно. Просто такой кошмар морской творится. А где мои пушки, кстати? Они что, с лодок попадали, что ли? Я ни одной пушки своей не вижу. По-моему, мы сейчас дунем. Потому что все пушки попадали в воду, по-моему. Потому что они, по-моему, один раз выстрелили и все, сдулись. Все, этих мы их поубивали. Вот последний, да? А, нет, вон еще мои. А тут у нас что? О, что ты говоришь? Come on, Денис. So hot in the god. Окей. Кстати, откуда он знает мое имя? Хороший вопрос. Я его не водил никуда. Может, он... Дефа, поражение. Окей, давайте еще разок сыгранем. Ну, как видите, игрушка очень сырая. И странно, что я имя не водил. Никуда я просто никуда не водил. Я не знаю, откуда мое имя знать. С компьютера прочитал. Со Стима, может быть. Обычно игры со Стима не читают имя. И у меня в Стиме не так написано. Окей. Надо как-то на инди поменять мое имя. Тут он... По-моему, ничего нету, да? Ой, жутко. Мой самый худший кошмар — это провалиться за текстуры. У меня страх детства. Я когда-то лет в 4-5 играл в Star Wars Battlefront
первую, по-моему. Ну, не в 5, в 5, в 6 где-то так лет. И я бежал там по планете, не помню, как она называется. Лунная планета, лунная база какая-то. И провалился за текстуры. Это по мне как страшнее, чем всякие страшилки и хорроры. Ну, уж такой я человек, что для меня... А, еще в Serious Sam, помню. Во вторую часть играл тоже в детстве. Тоже провалился за текстуры. У меня после этого ночью не спал, потому что, ну, не знаю, для меня это очень страшно. Да, я, наверное, пушки не буду ставить, потому что у противника пушек вообще нету. Я так понимаю, они вообще не рабочие в этой игре. Они как бы есть, но они как бы не работают. И на этот раз я, наверное, не буду сильно уж так спамить корабля. Я просто Next нажму и сойдет. А вот солдатов я побольше сделаю. Там я вообще ничего не буду делать, пускай у меня все силы будут сконцентрированы здесь. Так, дальше. Так даже озвучки нету, кстати. Не выяснилось ничего, только музыка есть. То есть игра просто сырище полное. Даже не знаю, как она работает. Пушки я ставить не буду, потому что Никита ужасно плохо работают. По-моему, здесь лучше всего работают это копейщики. Или это мушкетеры, стоп. Что это такое? В смысле? Ну это копье, но они как-то держат его странно, они его за само острие держат. Кстати, здесь можно из-под воды смотреть. Так, прикольно, конечно, но рыбки даже есть, видите? Правда, их фиг увидишь, потому что такая как под водой вид такой странный. Так, давайте доделаем уже нашу армию солдатов. Главное не промазать, иначе они прям в воде заспаунятся, как я говорил. Пушки так вообще сразу в воду падают, как я понял. Так, еще 6 человек. Так, а почему на лодку нельзя? Я не понял. На лодочку, пожалуйста. Пожалуйста. Странно, а почему-то на лодку нельзя никого поставить. А ну-ка, давайте еще раз. Прямо так в упор. Во, поставился. А куда-то они еще уплывают, как-то немножко бесит, если честно. Но все-таки игра в Альфе находится. Total Quality Battle Simulator тоже была ужасная на стадии Альфа. Сейчас она уже получше выглядит. Правда, я не помню, она сейчас в Альфе или в Бета уже. Но, а, все, блин, у меня салаты кончились, она автоматически начинает. Ну, давайте попробуем еще раз. Сейчас, я думаю, у нас должно получиться. Правда, у меня войск меньше, но зато мы сконцентрированы. О, они своих убили. О, тяжелый случай. Тут тоже на физике все завязано, так что если в кого-то из своих попало, тоже убивает. Все, тем моим хана. Так, а ты что тут говоришь? А, тоже? Давай, типа. Так, неплохо наши тут с пистолетов лупят. Эти копьями кидаются. Только прикольные пираты. Ну да, графика как англицы. С пистолетов стрелять. О, мы выиграли. Круто. Ну, я бы вам с радостью показал еще что-нибудь, но, к сожалению, онлайн тут не работает. Это я не знаю, честно. А, это создать игру онлайновскую. Она тоже не работает. Я уже все испробовал. И не подумайте, что у меня там пират какая-то. Она не может быть пиратка, потому что ее даже в Стиме нету. То есть, эта игра, я даже не знаю, где ее отрыл. По-моему, она на официальном сайте раздается. Я уже не помню. Я где-то ее скачивал. По-моему, с официального сайта она есть. Но я точно не помню. Ну, игра очень сырая. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока.